пришла посмотреть на малину. И вот, да, первая малинка есть. Начинает спеть. Сейчас, наверное, покушать. Немножко на компот. Стою, рву малину, уже нарвала. Тут такой аромат. Жасмин цветет, уже отцветает. Пахнет класс вообще. Целая ароматерапия. Так, малинка. Малина разрослась. Так, туда нужно добраться. Вон там. В этом году будем с грушами. Сколько груш нацеплялось. Тарелочку насобирала. Сейчас хочу посмотреть. Капуста наша. Помидорки. Хочу посмотреть какого-нибудь огурца. Может быть, огурец уже есть. Я думаю, вряд ли, наверное, все-таки. То заливает, то высушивает. Вчера на солнце было 54 градуса. Просто нереально жить. Маленький. Дня через два. И там маленький. И там маленький. Вот. Сейчас вот это сорву. Залезла, да? Решила пройтись по огороду. Кукурузка подросла. И помидор вместе с кукурузой. Смотрите, куда он на уровне догоняет. Тыковки, арбузы наши, да, поразрастались. Немножко жара начинает спадать. Можно что-то сделать. Хочу, наверное, вот здесь вот пролить. Я проливала это все. Тут немножко заросло сорняками. Там я сегодня с утра немножечко пролила, потом выдергала сорняки. Сейчас, наверное, пролью. Выдергаю и немножко пропалю. Пойдемте покажу мои розы, которые на солнце просто горят. Вообще солнце. Огурцы. Хризантемка. Лилия. Вот новость моя любимая. На этом месте она первый раз цветет. Ее пересадили года 2 или 3 назад. Она ни разу не цвела. Сейчас вот зацвела. Такими красками. И не одна, а сразу и детки зацвели. Вот этот
маленькая деточка, вот видите, тоже. Вот это вот вообще красотища. И то тоже, смотрю, вот, наверное, припалило солнце. Красотка. Капуста уши повесила, но сейчас уже ничего. Днем я была здесь, она бедная, опустила. Сейчас, наверное, нужно еще полить ее. Лук уже начинает желтеть. А этот лук уже еще недели две ему, а он уже, видите, уже упал. Но еще все равно зеленый. Но уже так вот скоро он там желтеет уже по чуть-чуть. Картошка цветет. Так, новый день. Вчера обильно пролила грядку эту и капусту. Ночью был дождик, но дождь был такой, знаете, пыль хорошо прибил, но не промочил. В общем, с утра я сегодня прополола. Сейчас просто невозможно что-нибудь делать, потому что, вот видите, вот жарко, как уши повесил даже буряк. Капуста начинает уши вешать. В общем, я так все прополола. Тут и бархатцы, наши украинские чернобрывцы, и помидоры самосейка. Школьники мы их называем, вот эти цветочки, которые цветут, начинают цвести. Обильно цветут они там к 1 сентября. Георгины начинают тут уже бутончики понемножку выпускать. Маленькие георгины. Веселые ребята еще называют их. Там капуста прополота. Перчик. Ну, уже так, уже более-менее. И здесь я прополола перчик. Вот эта трава везде. Там вообще по луку. Лук полным-полно нужно тоже прорвать и прополоть. Наверное, нужно сначала все-таки отлить. А нужно ли отливать лук? Так как через 2 недели, уже 2-3 недели его нужно будет выкапывать. Покажу. Капуста у нас под капельным. Вот так вот. Была с утра мокрая, потому что капельная включалась. Сейчас уже просто начинает высыхать, сохнуть. Завтра будем рвать клубнику. Уже наспевает. Наспела опять рвать. Сейчас обильный сезон клубники. Я уже показывала, я, в общем,
все сорняки на ней, тогда, когда были дожди, все вырвала. И вот там вот повырывала. Молодая клубника. Усики начинает свои разбрасывать. А вот фацелий. Фацелий цветет. Медоносная трава, ту, которую я съела. Жарко, пчел нет. Иду к вишне. Наверное, вишню нужно тоже обрывать уже, наверное. Посмотрим, что с вишней. Да. Буду сейчас, наверное, вишню обрывать.